своем веселье Петр I никогда не знал границ и нормы. Многие выходки царя вошли в историю. Но этот поступок превзошел все самые безрассудные забавы Петра. В тот вечер один из придворных шутов царя, португальский еврей Ян Лакоста, получил в подарок целый остров в Финском заливе. Это было празднование победы в Северной войне, ставшей делом жизни Петра. В сражениях со шведами родилась новая армия и военно-морской флот России. По итогам нештатского мира нам отошли юг Финляндии, Карелия, Ингрия, Эстляндия и Лифляндия. Эти земли давали беспрепятственный выход к Балтике. Основанный во время войны Санкт-Петербург превратился в крупный порт. Но окном в Европу, вопреки ошибочному стереотипу, он тогда не стал. И лишь захват внешних островов Финского залива и Балтийских фарватеров, проходящих мимо них, открыл путь к международной торговле. Но едва завоевав стратегически важные внешние острова, Петр начал раздаривать новые земли своим шутам. Как так вышло? Вся история этих островов полна загадок и противоречий. Здесь скрывались пираты. Здесь свой первый боевой опыт получал флот Петра I. Здесь гремели сражения Второй мировой. Они были в центре главных событий в Северной Европе. Но мало кто из нас про них что-то слышал. Почему внешние острова всегда оставались в тени? Настало время написать их историю. Внешние острова Финского залива – это совсем не край света. Всего несколько часов морем от Санкт-Петербурга. 14 островов клином уходят от Кронштадта в море. Самые крупные из них – Гогланд, Большой Тюторс и Мощный. По сути, это центр северо-восточной Европы. Чуть южнее – Эстония, на север – Финляндия, на запад – Дания и Швеция. Это одна из тех точек на карте, где сталкиваются народы и цивилизации. Так почему, несмотря на свою бурную историю, эти острова остались белым пятном на карте Европы? Почему большинство людей, услышав название Гогланд, подумает, что речь идет о шведском Готланде, который находится западнее? Если говорить об интересе, конечно, всегда изучать то, что не изучено. Закрашивать какие-то белые пятна, будь то история, будь то география, будь то какие-то неизведанные еще и неизученные еще явления природы. Там происходило огромное количество разного рода событий, которые олицетворяли каждую свою эпоху. Поэтому там невероятно много интересного, и я искренне вам завидую. Завидую, потому что, конечно, хотелось бы поучаствовать в этой экспедиции, ответить самому себе на какие-то вопросы, какую ценность он представлял с военной точки зрения, с точки зрения географических открытий и ценностей для нашей страны. Эти люди – лишь часть большой команды исследователей, работающих под руководством Русского географического общества. Сюда входят и военные, и поисковики, и археологи, и геологи. Экспедиция – первая попытка комплексного изучения внешних островов за всю их историю. Каждый день приносит открытие мирового значения, но началось все со случайности и детской мечты. Мне прекрасно запомнился вечер, когда я впервые услышал о Большом Тютерсе. Мы сидели у костра с археологами по окончании трудового дня, и кто-то из ребят рассказал, что на острове Большой Тютерс есть огромное количество немецкой техники, сохранившейся с войны.
Так как я занимаюсь поиском уже давно, с 92 года, мне, конечно, сразу показалась это очередной байкой, очередной легендой. Красивой легендой о забытых сокровищах. Скоро Артем с коллегами побывали на Большом Тюторсе. Обычная туристическая поездка со временем превратилась в уникальный многолетний проект, в котором участвуют сотни специалистов. Мы, кстати, сейчас подходим к очень интересному месту на Большом Тютерсе. Это последняя, можно сказать, заветная полянка, где война замерла. Стало понятно, что это настоящий музей под открытым небом интересный не только своей военной историей. Внешние острова – это заповедная, совершенно неизученная территория. Ученый любой специальности, приезжающий сюда, может быть уверен, что станет первооткрывателем. Это настоящий клондайк для исследователей. Мы пригласили поработать и ученых Российской академии наук. Проводились исследования Тютерса ботаниками, биологами, геологами и орнитологами. По оценкам ученых, остров уникален, очень интересен, и даже были обнаружены виды растений, которые раньше даже не предполагались к нахождению на этих внешних островах. Экспедиция, организованная РГО, занимается учетом и вывозом огромного количества немецкой техники, оставшейся здесь после войны. Археологи воссоздают древнюю и средневековую историю островов. Поисковики устанавливают место захоронения наших солдат, погибших здесь в Великую Отечественную. И для каждого специалиста острова приготовили свои загадки. Люди появились здесь еще в неолите, за несколько тысячелетий до строительства египетских пирамид. Они почти ничего не оставили после себя, кроме заготовки каменного топора и нескольких лабиринтов на Южном Вергине. Первый лабиринт был открыт в 19 веке. С тех пор на острове практически никто не бывал. Это настолько неизученное место, что даже нашей съемочной группе удалось найти здесь и снять еще несколько никому неизвестных лабиринтов в виде спиралей, сложенных из камней. Общие ритуалы с ними связаны. Люди приходили, там, может быть, ходили по этим, да, по спиралям. Они были на этом месте. То есть это же не просто лабиринт, да, и спираль, а это место сакральное. Вот, оно отмечено просто лабиринтом. Не меньше вопросов вызывают и так называемые сейды – мегалиты острова Гогланд. Это огромные глыбы, аккуратно поставленные на маленькие камешки. На некоторых из них можно заметить следы огня. Археологи предполагают, что сейды, так же, как и лабиринты, были священными местами для древних народов. Они встречаются везде, где был ледник. Понятно, что это не люди поднимали эти камни и ставили там на 3-4 камня, а ледник останавливался, подтаивал, да, и самые причудливые формы камней, ну, понятно, да, он тает и выпадает, и все. И в том числе вот сейды тоже, я считаю, что это чисто ледниковое происхождение, но это не значит, что они не памятники. Просто люди удивлялись этим сооружением, не могли понять, как это можно было, и считали, что великаны это все поставили на маленькие камни, там большие камни, и поклонялись как чему-то такому удивительному, странному. Археологи ведут здесь разведку всего 3 года. Это еще не полноценные раскопки, а лишь выявление памятников и определение будущих задач. Перспективы исследований на островах захватывают не только ученых. На мой взгляд, невозможно остаться в стороне от такого великого проекта. Еще в детстве мы мечтали о морях и океанах, читали книги о великих путешественниках, о неизведанных заповедных территориях. И вот сейчас мы видим, что это становится явью. Все меньше становится вот таких заброшенных уголков на территории нашей великой Родины. И я считаю, что как раз наша задача
сделать так, чтобы их число, таких уголков, было как можно меньше. Но что же привлекало людей на эти неприветливые острова в древности? Вести здесь хозяйство и устраивать поселение тогда с теми технологиями было нецелесообразно. Почему именно здесь они строили священные лабиринты и проводили обряды усейдов? Даже просто добираться сюда на веслах – опасное испытание. Ученые выяснили практическую цель этих визитов. В первую очередь для рыболовства и для охоты на морского зверя. Логан до сих пор – это место, куда приходит морской зверь. Всякие нерки, котики, они резвятся там на камушках. Человек эпохи неолита не мог пройти мимо такого места и не прийти туда, чтобы поохотиться. Приманив охотников на морского зверя, эти острова в первый раз сыграли важную роль в истории Европы. Они стали своеобразным мостом, связавшим между собой южные и северные берега Финского залива. 4000 лет назад происходит мощное переселение из Эстонии, с территории современной Эстонии, на территорию современной Финляндии. И, несомненно, люди, которые переселялись из Эстонии в Финляндию, должны были использовать острова, не только Гогланд. Они не могли пройти мимо них и наверняка делали там своевременные стоянки. Археологи восстановили этот путь по находкам каменных боевых топоров. Сначала они встречаются только на территории современной Эстонии, затем на острове Гогланд и только потом в Финляндии. А в раннем Средневековье острова превратились в мостик для движения уже с запада на восток. Именно здесь прошли варяги, открывая свой путь в греки. Внешние острова стали одним из важных участков торгового пути из Европы в арабские страны и Византию. Именно благодаря ему возникла Древняя Русь. Археологи обнаружили тут несколько средневековых могильников и свидетельства пребывания людей. Но еще предстоит выяснить, когда здесь появилось постоянное население и что это был за народ. А первое письменное упоминание внешних островов в 1395 году вообще дает удивительные сведения. Вот какая история хранится в Таллинском городском архиве. Купцы из этого города заблудились и оказались на острове Сескар. Здесь они встретили русских, которым и начали сбывать свой товар. Но рядом проходило шведское патрульное судно. А по мнению шведов, только они могли выдавать разрешение на торговлю в этом районе. Произошла схватка. Товар, как это водится, конфисковали, купцов арестовали, а отчет об этом происшествии шведы отправили в Таллин. Так мы и узнали эту историю. Непонятно только, откуда в ней взялись русские, так далеко от славянских территорий. Дело в том, что тогда национальный вопрос небольших народностей никого не волновал. Местное население было православным, а дань с него брал Новгород. И хотя это было финно-угорское племя Ижора, считалось, что тот, кто платит налоги русскому князю, и сам русский. Позже сами шведы начали целенаправленно заселять некоторые из островов. Они понимали их важность. Здесь проходили торговые пути, которыми пользовались и корабли Ганзы, Союза прибалтийских торговых городов, и суда Новгородской республики. А где торговля, там и пираты. В Средневековье весь Финский залив превратился в зону боевых действий. Пиратство стало важным элементом политической борьбы между Новгородом, Швецией и Ганзейским союзом. Чтобы помешать торговле противников, они выдавали капитанам каперские грамоты, разрешение нападать на купеческие суда неприятелей и конкурентов. Внешние острова стали логовом пиратов. Причем многие не связывали себя вообще никакими обязательствами и грабили всех подряд – и шведов, и русских, и немцев. Имена некоторых северных корсаров даже сохранились в архивах. По записям 1435 года в одной из пещер на этом острове пират Альфред Малин
прятал свои сокровища, чтобы их в дальнейшем продать. Судьба сокровищ так остается неизвестной, потому что за много лет никто не смог их найти. Но все равно остается надежда, что в одной из этих пещер они остались по сей день. Однако бед здесь хватало и без пиратов. Балтийские фарватеры всегда были коварными и опасными. Дно вокруг Гогланда усеяно остовами кораблей. Что касается самого небольшого Гогланда, то, конечно, это было очень опасно. Там же маяк возник довольно поздно. Поэтому этот остров, он использовался сначала, разумеется, для плавания поперек Финского залива, а потом его обходить было большой проблемой, особенно в условиях парусности. Причем там было две опасности. Первая, когда налетали на конечности, на мысы этого острова корабли, следуя на запад или на восток. А второе, когда в этих узких проливах происходили столкновения и крушения. В ноябре 1635 года здесь произошло уникальное событие. В бухте Гогланда затонул не рядовой корабль, а судно, о судьбе которого мы знаем все, вплоть до мельчайших деталей. На нем путешествовал Адам Алиари, известный немецкий дипломат, записывавший каждый свой шаг. Судя по описанию, вот именно вот в этих местах разбился корабль. Люди на шлюпках пытались высадиться на берег, но из-за шторма шлюпки разбились об эти камни. Людям пришлось пешком идти до суда, выбираться на берег хоть как-то. Крушение потерпело посольство герцога Гольштейна, которое направлялось в Москву и далее в Персию. Дипломаты, как тогда было принято, везли с собой богатые подарки и русскому царю Михаилу Федоровичу, и персидскому шаху. По словам Алиария, ему удалось спасти одну из коробок. Что случилось с другими драгоценностями, неизвестно. Дело в том, что во время кораблекрушения посол разрешил взять матросам из своего сундука драгоценности, чтобы каждый, кто спасся, мог хоть как-то устроиться на берегу. Вот, но судьба сокровищ так и остается неизвестной. Учитывая количество трагических событий, произошедших здесь, маячная служба в этом районе всегда имела особое значение. За сотни лет внешние острова стали настоящим музеем маяков. Один из них отмечает не только опасные мели, но и морскую границу нашей страны. Сейчас мы с вами видим вот там вот остров Ротшир. Сейчас мы еще немножко с вами будем двигаться где-то примерно на север. Вот, и после этого постепенно достигнем совсем западной точки этого острова. Вот тогда можно будет с уверенностью сказать, что за нами осталось 7000 километров России. Своим глазам капитаны доверяют больше, чем приборам. Поэтому значение классических световых маяков не падает. Но многие из них работают в автоматическом режиме. Тот же остров Ротшир сейчас абсолютно безлюден. Благодаря нынешним технологиям обслуживающий персонал может появляться здесь раз в несколько недель. Маячные команды остались только на крупных островах, вроде Большого Тютерса, Гогланда и Сескара. Маяк Южный Гогландский построен в 905 году, благополучное царствование императора Николая II. При директоре маяков и лоции Балтийского моряка контр-адмирал Вульф.
Южный Гогландский маяк – один из важнейших в этом районе. Он находится в самом центре залива. С него можно контролировать работу маяков Ротшира, Северного Виргина и Большого Тюторса. Но сам он находится в плачевном состоянии. Ну вот, что внутри разрушения маяка происходит. Крошится кирпич. Вот он видно прекрасно. К сожалению, вон сталактиты растут. Это нарушена гидроизоляция купола. Проникает вода, зима, лето. Зимой вырывает все это с водой. Ну, естественно, разрывает кирпич и все это. Рамы вот 100 лет стоят здесь. Были когда-то заготовлены, замена рам, так они все и стоят. До ума ничего не доведено. Реставрация Гогландского маяка – это одна из задач, которую взяла на себя экспедиция РГО. За последние 110 лет здесь меняли только самый важный элемент – источник света. Поступает питание, загорается свет. Здесь есть фотоэлемент. Это при определенном освещении он загорается. И также утром при определенном освещении, когда достаточное освещение, он потухает. Ну и как можно включить на автоматический, допустим, режим, чтобы он сам включался, выключался. Также можно работать просто вручную из тех зданий. По времени включаешь, по времени приходишь, выключаешь. Гогландские маяки были одними из первых в России. Они появились здесь сразу после завершения Северной войны в 1724 году. Петр I прекрасно понимал важность этих островов для судоходства. Тот, кто контролировал эти воды, контролировал и торговлю в Финском заливе, и выход в Балтику. Недаром Северная война длилась еще 18 лет после закладки Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург основан был в мае 1703 года, но он не стал таким окном в Европу. На этом окне еще были решетки. Русский флот постепенно под защитой его батарей, морского форта Кронштадт, укреплялся, рос. И вот в 1713 году удалось впервые прорвать военно-морскую блокаду российских Балтийских берегов со стороны шведского флота. Первые сражения русского флота происходили в районе внешних островов. Именно здесь наши моряки получали боевой опыт. В архивах сохранилась информация о том, что на рейде Гогланда были устроены крупнейшие военно-морские учения флота. Это произошло незадолго до знаменитого сражения у мыса Гангут. С 5 по 10 июня 1714 года Петр ждал соединения с датским флотом, прежде чем вступить в бой со шведами. Но датчане все не приходили. Петр I не торопился, бросил якоря у Гогланда. Погода была хорошая, проводились вот эти тренировки флота, личного состава. Корабли держали во время этих тренировок линию баталии. Ну, устраивались учебные стрельбы. То есть была подготовка к морской Полтаве. И вот здесь появляется еще одна загадка Гогланда. Известно, что Петр I 5 дней провел на рейде самого большого из внешних островов. Но никто из историков до сих пор не задавался вопросом, спускался ли он на берег, бывал ли он сам на тех островах, которые сразу после войны начал раздаривать шутам. Добрый день. Здравствуйте. Меня интересуют материалы по экспедиции Петра Великого на внешние острова Финского залива. В отличие от остальных загадок Гогланда, это решается относительно просто. У Петра I было правилом заполнять так называемые походные журналы. Краткий отчет о каждом дне царя и его полководцев заносился в специальные тетради. Возможно, в одной из них сохранились сведения о пребывании Петра на Гогланде. У
Участники комплексной экспедиции Русского географического общества Артем и Илья Хуторские решили изучить эти журналы. Они хранятся в Москве, в Российском государственном архиве древних актов. Так, ну-ка. Так, а ты пока вот этот вот открой. Давай посмотрим описи. Так, вот у нас... Представляешь, у нас с 84 года эту книгу брало всего 4 человека. Открытия в истории очень часто так и делаются. Ученый, изучавший источник до тебя, мог просто задаваться другими вопросами и поэтому не обратил внимания на важную информацию. Но человеку без специальной подготовки прочитать текст 18 века нелегко. Ага, вот 30 число, 30, 31. Вот июнь пошел, вот 5 июня. Илюш, вот как раз наша дата. На исходе солнечном прошли на репь, стали тень зюдень, в 8 часа остров от нас был Нордштень и Гогланд. Гогланд быть Алики Сари ост зюдень. Пришли и бросили якорь за тишиною. Так, и посмотри-ка, как интересно. 11 числа в 10 часу подняли якорь и пошли. То есть с 5 по 11 команда находилась на острове. Но указания на то, что Петр спускался, вот именно в этом журнале сейчас нет. В этом журнале нет упоминания ни об учебных маневрах кораблей, ни о спуске Петра на сушу. Но дело в том, что на флоте журналы вели несколько человек, и каждый записывал то, что казалось важным лично ему. Вот, например, запись из журнала «Денщика царя». Зацени. Эти дневники, они перепечатывались в 19 веке. Так, и это я помню, в интернете есть копии их. Есть записи денщика. Подожди, от какого числа? Число какое? 6, 10, 7, 10. Ну, вот, каждый день расписывал. Подожди, июнь, имеется в виду? 6 июня? Да. Так, вот, расписывал, так. Что его величество кушал. Кушал на своем корабле. А про Гогланд есть что-нибудь? Кушал. Собственно, на острове. На своем корабле. Был на английском торговом корабле. И на острове Гогланд, на высокой горе. Сейчас, а ты, слушай, а давай посмотрим в оригинале, кстати. Ты говоришь, 8 число. Вот. Пополудни были на горе Гогланд дан указ об отправке варить. В общем, что-то варить на корабле. Но смотри, факт остается фактом. Пополудни были на горе Гогланд. Ты представляешь? Вот свидетельство пребывания Петра на вершине острова. В следующем походном журнале тоже упоминается, что царь со свитой побывал на самой высокой горе Гогланда. И это, без сомнения, сопка Попова, самая высокая точка Финского залива. Артем и Илья Хуторские открыли новую важную страницу истории внешних островов. Возможно, в скором времени на сопке появится новая табличка о пребывании здесь Петра I 8 июня 1714 года. Таким образом, Петр I был хорошо знаком с этими островами. Он знал, что, отдав Сомерс Шуту, он не повредит обороне Санкт-Петербурга. Гарнизон там было все времена содержать бессмысленно, потому что защищать там было нечего. Объяснялось это тем, что артиллерия в то время не была дальнобойной. Сейчас значение этих островов несопоставимо выросло, потому что изменилась тактика военно-морских и вообще военных действий. Поэтому острова эти приобрели наиважнейшее значение, начиная с конца 19 столетия, ну и вплоть до начала 21 века. И дальше они будут иметь очень важное военное значение. При этом Петр прекрасно понимал значение фарватеров, проходящих между островами.
Поэтому и отдал распоряжение в первую очередь строить маяки именно здесь. После Северной войны шведы неоднократно пытались вернуть себе контроль над Финским заливом и его центром, Гогландом. Крупные сражения флотов здесь происходили буквально каждые несколько лет. Но парадоксальным образом Балтика не только сгубила многие тысячи судов, но и сберегла для нас их историю. В этих холодных, почти пресных водах древесина сохраняется многие сотни лет. Только российские исследователи нашли на данный момент более 500 кораблей. Все они лежат на дне Финского залива практически в неприкосновенности. Это фрагмент днища линейного корабля «Портсмут», который на самом деле является неким мемориальным объектом. Этот корабль был построен в 1714 году в Голландии по чертежам Петра I, который лично руководил по письмам, так сказать, постройкой. Пока российские специалисты решаются поднимать только маленькие фрагменты этих кораблей, чтобы отработать технологию их консервации. Но даже эти детали позволяют узнать множество особенностей работы корабелов прошлых веков. Ну вот, например, одной из мелочей таких является – это способы крепления распора этих вот деревянных гвоздей, нагелей, поскольку они, ну, как бы, для того, чтобы не выходили из места, раскреплялись с помощью клиньев. Но как эти клинья забивались, мы не знали. И строители не знали. А теперь нашли этот образец, и там видно, как они в виде ромба эти клинья забивались в нагель, чтобы он не выскальзывал. Знание подобных мелочей позволяет реконструировать суда того времени с максимальной точностью. В будущем это позволит реализовать еще одну мечту Петра I о создании мемориала российского флота. Здесь за спиной у меня находится корпус корабля «Полтава». Это был первый линейный корабль, построенный в Петербурге и спущенный на воду в 1712 году. Но помимо этой реплики, которая будет, конечно, выдающимся памятником, есть возможность и подлинные петровские корабли показать современным гражданам. Дело в том, что на дне Финского залива у островов и на фарватерах лежит порядка 40 кораблей петровской эпохи. Причем в Финском заливе лежит 4 линейных корабля, которые погибли во время жизни Петра I. Триста лет Россия властвовала над внешними островами. Но после революции 17 года эти земли были отданы без боя. Дело в том, что во времена Российской империи административно внешние острова относились к Финляндии. Когда была подписана декларация о независимости этой республики, острова ушли вместе с ней. Когда Финляндия получила независимость, здесь стали строить ривьеру. То есть место отдыха, поскольку это самая южная точка Финляндии. Как вы видите, здесь пляжи, в которых, собственно, можно и купаться, и здесь уютно. Центральная улица поселка, который назывался Сюркюля, дома, остовы домов видно до сих пор. Вот там видно коробку остатки казино, которая была построена непосредственно в начале 20 века для развлечения приезжающих сюда людей. Однако мирная жизнь не для этих островов. Не прошло и 30 лет, как они снова оказались в центре событий европейской истории. Сначала по итогам Зимней войны они перешли к СССР, однако военные действия Второй мировой изменили расклад сил, и уже зимой 41 года Финляндия опять завладела внешними островами.
Союзница Германии, Финляндия, имела стратегическое преимущество. Гогланд, Большой Тюторс и Сомерс превратились в замок, запирающий Финский залив, а с ним и всю Балтику от Советского Союза. В отличие от петровских времен, артиллерийские орудия 20 века, установленные здесь, уже легко накрывали все фарватеры. Для того, чтобы исключить выход Балтийского флота в море, между островами была установлена система минных полей. Она называлась по-немецки «Зейигл», «Морской еж». И таким образом, действительно, укрепляя оборону Тютерса, немцы понимали, что блокада Ленинграда держится, в принципе, и на их вот этом маленьком островке 8 квадратных километров. Когда мы говорим о блокаде Ленинграда, в первую очередь вспоминаются бои за Невский пятачок и «Дорога жизни». Это были попытки прорвать блокаду с востока. Но судьба жителей города зависела и от внешних островов. Десант Баринова стал героической попыткой прорвать блокаду в сторону запада. В первые дни 42 года полковнику Баринову поручили захватить остров Гогланд, на котором располагались крупные силы финской армии. В нашем десанте было всего 170 человек. Баринов выполнил задачу и с помощью военной хитрости сумел продержаться на острове до весны. После того, как с большой земли поступило подкрепление, численность отряда составила около 500 человек. При этом каждое утро бойцы разжигали печи во всех домах обеих деревень Гогланда. Финны долго были уверены, что там расквартирована целая дивизия. Но в марте разведка противника все-таки дала точную информацию, и начался штурм. Из отчета полковника Баринова. Командир взвода из бухты номер 4 по телефону докладывает. Противник не менее двух батальонов наступает в бухты номер 3 и 4. Авиация беспрерывно штурмует наши огневые точки. Наш дзот разбит. Имею раненых и убитых. Спустя сутки боя, понимая явное численное превосходство противника, Баринов решил отступать и ночью увел по льду свой отряд с острова. Потери составили почти половину личного состава. И тут возникает еще одна загадка Гогланда. Поисковикам до сих пор не удалось найти останков ни одного бойца. Было такое предположение, что всех погибших утопили в заливе, в бухтах. Но мое такое мнение, что на самом деле все-таки где-то братские могилы есть, еще не найденные. Либо это расщелины, заваленные камнями, или какие-то ямы, либо где-то закопанные в песке. Поисковики работают здесь уже 2 года. Но Гогланд пока хранит тайну захоронений наших солдат. На другом острове, Большом Тюторсе, боевых действий не было. Его уникальность в другом. Это очень интересная и редкая пушка. Советская пушка образца 36 года конструкции Грабина. Таких орудий, по нашим данным, осталось в Российской Федерации 3 штуки. Одно в запасниках Санкт-Петербургского музея артиллерии и 2 пушки на этом чудесном острове Большой Тютерс. В начале Великой Отечественной войны, летом 41-го, большое количество этих орудий было захвачено в качестве трофеев германской армии. Также эти орудия были и у финнов. Но чем интересна именно эта пушка? Тем, что она перестволена под немецкий калибр, установлен надульник, и оптика, оптические приборы, естественно, тот же немецкий. Прямо по зеленой краске это орудие было перекрашено в серый цвет. Это наша пушка, стрелявшая по нам. Тем этот образец уникален, что таких переделок нашего оружия сохранилось очень немного. Немцы несколько лет основательно готовились к обороне этого острова. Однако в 44 году им пришлось спешно эвакуироваться. Основная работа на Большом Тюторсе состоит в вывозе техники, оставшейся здесь после той операции. Артём, на связь, ответь Дюна. На связи, Дюна, слушаю тебя. Скажи, что с вертолетом? Вертолет сейчас запускается. Там стропильная бригада на месте? Да, стропильную бригаду видим. Все, сейчас передам, когда запуск вертолета услышим. Принято. Немецкие военные прицепы, артиллерийские орудия и системы наведения огня раскиданы по всему острову. В лесу, на проселочных дорогах и в песчаных дюнах.
Без помощи военных вывести все это с острова было бы просто невозможно. После реставрации вся эта техника, которой хватит на несколько экспозиций, окажется в российских музеях. Она станет еще одной иллюстрацией невероятной мощи врага, которого удалось победить нашим предкам во время Второй мировой войны. Уже 70 лет внешние острова снова принадлежат нашей стране. Но сегодня мало кто знает даже о существовании Гогланда, Большого Тютерса и Сомерса. Дело в том, что после войны острова вошли в пограничную зону и стали секретными объектами. Это то, что заслуживает вашего внимания. Оно требует более пристального изучения. Наверное, там есть и в нашей стране живут и родственники тех, кто там воевал, тех, кто там погиб. Наверное, где-то можно найти, и мы, безусловно, этим будем заниматься, и воспоминания о тех событиях, о том времени. Когда мы погружаемся, то в петровские времена, после петровские времена, когда шло становление и развитие нашего флота, когда мы только-только выходили на арену, когда мы отчаянно воевали на этих пространствах. И, конечно, это в разных произведениях художественной литературы, в том числе, нашло свое отражение. Сравнивая одно с другим и как бы отделяя художественный вымысел от реальной действительности, понимаешь, что реальная жизнь, реальная война была гораздо интереснее и увлекательнее, если ее и действительно изучить, чем художественный вымысел. В организации комплексной экспедиции «Гогланд» принимают участие и Русское географическое общество, и Министерство обороны, и Российская академия наук. Это уникальная ситуация, когда в 21 веке ученые могут почувствовать себя первооткрывателями и исследовать совершенно неизведанную территорию. Я думаю, что, открывая любую страничку истории, мы прежде всего работаем на будущее. Наши дети, наши внуки и правнуки, благодаря тому, что мы сохраним сегодня, завтра эта информация будет передаваться уже из поколения в поколение, из уста в уста. Если мы сегодня не предпримем меры, чтобы заново открыть внешний остров Финского залива, не факт, что завтра, послезавтра у кого-то будет желание или сила этим заниматься. Тем более сам Бог велел. Мы же Русское географическое общество, открываем Россию заново. Информации, собранной комплексной экспедицией «Гогланд» за 3 года, уже хватит на несколько книг о внешних островах. Однако, чем больше мы знаем об этих землях, тем больше вопросов возникает. Археологам еще предстоит исследовать десятки уже найденных могильников. Биологам изучить сотни эндемических растений. Поисковикам найти останки павших здесь бойцов. А историкам по-новому прочитать множество документов. И тогда мы сможем восстановить забытые и утраченные страницы истории внешних островов – Балтийского форпоста России.